вот уже народ готовится к соревнованиям, потихонечку съезжаются люди. Вот Алексей Попов, господин Максимов, ленту вешают по секторам. Вот она, судейская палатка, за ней чум, микрофон, ну и так называемая радиорубка, в принципе, где все регулируется. А там дальше за холмом Сор, так называемый, еще одно озеро находится. Каждому по грамоте. Да, грамоте. Дальше команда еще поменяла. Так вот он. Чего? Взвешивание рыбы. Трофея. 80 грамм. Да? 80 с копейками. Опа, сбил. Вот. Примерно 90. Да. 90 грамм. Поплыл, красавец. Поплыл. Сейчас опять на крючок. Вот уже якушки пошли подвое. Красавцы. Ага. Отлично. Давай, опускай. Бежим, бежим, бежим. О! Красава! Подожди, подожди, не вытаскивай, не вытаскивай. Не-не-не. С ним сфотографируй. Да. Опа, держи, держи. Ложено. Да. Нет, ты неправильно делаешь. Да нет, камеру нужно снимаю. Подальше, и он тогда больше будет сказать. Я-то подальше, он ближе. Все? Так, тебе можно отпускать. Тихонечку. Слава, ты посмотри, куда она идет, и сразу туда кидай. Попробуй вытащи. И что, сколько весом? Мал золотник. Да дорог. А, красавица. А, Силан, а. Зелененький воблер. Вот такой вот. Сейчас мы ее отпустим. Красавочка. Шурагаечка. Селедку ловим. Ой, селедка. На нашей территории сейчас рыбу заберем, и они поедут. Вот и сейчас рыбу заберем.
Дай да! Давай! Дай да! Ну так, шутка, это друзья наши! Понятно! Давай! Вот она пошла! Вот она пошла! Давай, Саша, давай! Она родная! Да, давай, родная! Ух ты! Давай, тащим! Это шурогайки, смотри! Это не шурогайки, это селедка! Давай, шурогайки с собой заберите. Не, завтра мы уху сварим, приезжайте. Вот, на завтра и набирайте. Что-то у вас тут ни хрена. А ну-ка. Есть, все, мы знаем, что хрена, че. Мы заказывали вообще рыбу, ну что тут? Где ведро? Даже уху сварить невозможно. Не прилов. Нету ничего. Это была мелкая луна. Мы возьмем. Кого ты? Нет, это у него бросой. Выбрасывай, ты че? Церковь вообще нельзя. Окунечки. Вон туда. Жьяный щуп. А вот хорошая. Вот селёдка. Это селёдочка. А кусочки симпатичные. Ну забирай. Да куда мне? Только не ловить. Ты говоришь симпатичный, если на тебя смотрят, так забирать. Симпотная. Ну последнее, все. Последнее где остались? Два дня еще. Тут запрет идет. Они уже иглу начали метать, все. Да, я раз видел иглу у них. Вот так вот, отходи прямо и иди, вот туда. Где один пристает, к ним иди. Значит, показываю, как правильно есть сосиску селедку. Сосиску селедку едят, как правило, ну, полусырое, ну, северные народы, сыроеды, будем так говорить. Селедка ловится, когда у нее в кишечнике еще присутствуют остатки пищи. Мы что сделаем? Вот видите, что я сделал? Вроде некрасиво. Сейчас будет красиво. Перед анальным отверстием отсекли кишку, отделили плавничок, потом отдираем ястычок, и вытягиваем. Потянули, вся кишечка, раз, и вытянулась. Внутри чистенько, остается и корочка. Пожалуйста. Едим очень просто, как китайцы. Мышей, а хвостик не едим. Отлично. Приятного аппетита. Спасибо. Вот она, голубушка, сейчас мы как раз ее и оприходуем. Сейчас я стою посреди речпорта, поселка Игрим. У нас тут проходили соревнования, и мы собираемся сплавляться вниз по северной сосве до городка Березово. Пойду сейчас к лодке, посмотрю, если там все готово. Thank you.